Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы с вами прогуляемся до улицы Казанцева, к дому номер 25. И начну я свой видеообзор от подземного перехода по проспекту Металлургов. С правой стороны снесли дом номер 47, а с левой стороны дом номер 60А и 60. Итак, друзья, в эту сторону идет улица Метрополитская, и мне сюда. Скоро будет улица Казанцева. Здесь учились герои Советского Союза: Губенко Антон Алексеевич, Жердев Николай Прокофьевич, Якименко Антон Дмитриевич, дважды герой социалистического труда, Горбань или Горбань Григорий Яковлевич. По левую сторону у нас остается центральный рынок. Мы почти на месте. Следующий поворот – это улица Казанцева. Казанцева 110. Скорее всего, следующая девятиэтажка — это Казанцева 25. Да, друзья, это номер 25.
Сейчас попробую найти паспорт объекта. Окончание восстановительных работ, третий квартал 2023 года. А это, скорее всего, школа. Посмотрите, как восстановили школу напротив 25-го дома. Баскетбольная площадка, волейбольная, теннисные столы, спортивная детская площадка. Как всегда, друзья, мимо турников не проходим. Итак, друзья, мы посмотрели с вами дом, который находится по адресу улица Казанцева, 25. Всем мира и добра. Пока.